Ребят, запишу отдельно небольшое такое короткое видео, которое я хочу вот отдельно прямо опубликовать на канале и рассказать о том, при покупке вот смартфона, как обезопасить себя от большого проеба в плане покупки восстановленного телефона и плохих аксессуаров, которые идут с ним в комплекте, которые, к большому сожалению, очень сильно могут повредить вашему телефону. Потому что если вы будете заряжать не оригинальным адаптером питания, то вы просто-напросто можете уничтожить микросхему, которая отвечает за синхронизацию и распределение этого питания по элементам на материнской плате. И это ремонт достаточно дорогой, сложный, и плюс это именно пайка материнской платы, что очень плохо для телефона. Соответственно, заряжать нужно только оригинальными адаптерами питания. И оригинальный адаптер питания, он отличается от копийного тем, что он просто тупо-напросто содержит в себе больше элементов на именно материнской плате внутри самого адаптера питания, и больше элементов просто расположено, которые именно контролируют силу тока, которая подается с розетки в адаптер питания. И самый простой способ это отличить, просто взять их в руки, и вы поймете, что первое, если у вас есть под рукой, конечно, оригинальный, что вот эта штука весит чуть ли не в два раза меньше, и она пустотелая, смотрите. В то же время, как оригинальный, он... то ли залит пластмассой больше, то ли там проклейка какая-то есть, то ли еще что-то. Он тупо тяжелее и на вес увесистее. И вот такой у него глухой звук. Вот видите? И вот тут. Вот. Но самый главный вариант проверки и убеждения в том, что вам хотят продать паль. Давайте включим весы. Смотрим, сейчас у нас обнуленная статистика по таре 0 градусов, 0 грамм. Кладем копию, вот этот вот китайский пустышный зарядник, он весит примерно 19 грамм. И кладем теперь оригинальный, который у нас идет в комплекте с оригинальным нормальным айфоном. Он весит 26-27 грамм. Да, разница не в два раза, но по ощущениям процентов, ну, примерно процентов 40 разница. Даже, может быть, не 40, каких 40, процентов 60. Вот. Это самый верный способ проверить то, что вас хотят наебать. Покупайте только оригинальный, даже если вы просто отдельно хотите купить себе оригинальный адаптер для айфона, проверяйте их вот именно на вес и на пустоту. Это самый верняк. Пользоваться китайскими зарядниками категорически не рекомендую, потому что здесь, ну, прям очень все печально для телефона может быть, если им пользоваться. Ну, а в следующей серии давайте наберем какое-нибудь количество здесь пальцев вверх, комментариев. Проверим, как же отличить копийный Lightning от оригинального. Здесь уже будет сложнее, весы нам не помогут.